бродяга, судьбу проклинаю. Тащился с моим плечах. Накольники, может, возьмем, а? Да ну, минометчики. Нет, просто с них накольники хорошие. Это... Добывал такие детонаторы? Они очень просто добывают. Они очень хорошие, да. Топором хрясь по голову. У меня мячик. А мины целые. Чем же они стреляли? Где же гильза от мин? Не понять. Я не понимаю, почему от ППШ гильзы есть? Ага, голову всю размолола. Угу. Голову, ребра. Все сдавило. А видишь, он как вот оседал, видишь? Он лежал боком на ящике. Ты снимаешь? Да. Он лежал боком на ящике. И когда вот оседал, видишь, у него вот эта вот рука, что за голову закинута, она осталась на краю ящика. А челюсть еще не размок. Что за ящик? А там все в кашу. Там все в кашу. Голова просто в кашу. Всегда больно ты. Не мы вешали, не нам снимать. Папочка. Смотрим, что вот это за конструкция у нас. Это, наверное, использовалось вместо табуретки. Насколько я понимаю. Может, это на самом деле большая заспинная тюрьма.